Сегодня впервые в областном центре состоялся международный фитнес-фестиваль. Мастер-классы по аэробному направлению прошли в формате нон-стоп. Эффективные программы тренировок участникам представили не только звезды российского фитнеса, но и международного. Поучиться у мастеров из Италии и Франции на многочасовой марафон в Тюмень приехали инструкторы со всей страны. Это фитнес-олимпиада, это конвенция, одна из самых таких больших за этот год. И топовых презентеры, сами видите, Саша Фомин, Реми, все достаточно известные, но это самые известные. Собрались они здесь, поэтому стоит ради этого приехать сюда, в Тюмень. Очень много информации новой для работы, опять же, для роста. Реми, кто сейчас выступает, он, ну, один из основателей этого направления.